Губернатор Алексей Гордеев встретился в Борисоглебске с главой администрации Борисоглебского городского округа Алексеем Кабаргиным, который доложил главе региона о социально-экономической ситуации. Губернатор и глава администрации обсудили актуальные проблемы и задачи на следующий год. Должно приниматься такое важное, серьезное решение по воссозданию летного училища. И эта тема будет таким серьезным предметом обсуждения. И нам надо, конечно, это и доказать, и показать, что и областная власть, и районная, городская власть, в общем-то, будут содействовать этому процессу и заинтересованы. А реально мы с главой говорили, во-первых, о тех поручениях, которых я давал в ходе последних визитов в город Борисоглебск. Очевидно, вы помните. Мы обсуждали также задачи следующего года и на перспективу. Конечно, темы понятны. Это и вопросы дорог, благоустройства, детские садики. Самая-самая напряженная в области тема именно в городе Борисоглебске. На следующий год запланирован несколько важных объектов. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Это реконструкция детского садика, по-моему, номер 18. Это, наконец-то, мы должны подать воду в город Борисоглебск, сняв эти вопросы на долгое-долгое время и дать возможность развития городу. Ну и целый ряд таких перспективных тем. В частности, глава обратился с такой просьбой, чтобы изменить статус городского округа на район, и в связи с этим должна увеличиться налогооблагаемая база примерно на 170-200 миллионов. И это, конечно, позволит городу заниматься дорогами в целом, включая не только город, но и другие поселения. Вопросы, опять же, тротуаров, в целом благоустройства. Хорошие здесь планы по созданию и парка, и, соответственно, тех объектов, где можно было бы проводить досуг. Еще раз мы уточнили тему, чтобы кинотеатр, несмотря ни на какие трудности экономического плана, продолжал функционировать, и мы со своей стороны будем поддерживать, понимая, что экономика экономикой, но это очень важно для людей. То есть насущные проблемы, и сегодня на 2014 год мы определились, чем будет областное правительство поддерживать город Борисоглебск и в целом район.